Задача стоит такая, что к ноябрю 2016 года вся инфраструктура на территории опережающего развития Кангаласы должна быть создана. Параллельно должна идти работа по созданию инвестиционных проектов. То есть мы договорились с инвесторами, что они не сидят, не ждут, а они работают и строят свои предприятия уже сейчас. Вот сейчас у нас есть 15 первых резидентов, они должны тоже к концу 2016 года построить и запустить предприятие. В этом случае мы сделаем такой хороший рывок. Но параллельно мы будем расширять территорию, выбрано еще несколько участков, потому что, я еще раз говорю, вот закрывать лист потенциальных резидентов нельзя, иначе просто в этой работе не будет никакого смысла. Поэтому мы подбираем параллельно участки, создаем механизм отбора инвестиционных проектов, людям всем рассказываем, какой он. И я уже сказал, Егор Афанасьевич сказал коллегам о том, что, по сути дела, нам надо сейчас начинать работу по рекламе территории опережающего развития. Мы должны в нее приглашать. Мы должны уже сегодня сказать, что территория опережающего развития создана, она работает. Пожалуйста, если у вас есть желание создать новое предприятие, понимание, как это сделать, добро пожаловать.